Рада приветствовать абсолютно всех, кто к нам только что присоединился. У тебя в отпуске есть какая-то особая мелодия? А, любая. Ну, если я на Кубе, солнышке это лежу, песня. Вот если это я нет? В Турции, то это турецкая. У меня вот только так. Ну, вот давай как раз разбираться с человеком, у которого точно 100% есть какая-то мелодия про отпуск. Дмитрий Дингольц уже находится в нашей студии. Привет. Доброе утро, друзья. Доброе Спасибо утро за приглашение. Всем желаю отлично провести август. Шикарный план, но где, да. Вот если, например, смотри, в Сочи бывали уже, да. Но в целом недалеко. В Турции, Египет, понятно, знакомо. Может быть, чем-нибудь удивлять себя будем в этом сезоне? Конечно, Ксюша подводит плавно к тому, что туроператоры для Екатеринбурга приготовили очень вкусные идеи, и это дальние страны, которых речи давненько не шло. Это две страны, которых мы сегодня коснемся, это Китай и Камбоджа. Китая не было на небосклоне нашем Екатеринбургском достаточно давно, уже 4 года. Пекин появился недавно, а вот Хайнань, безвизовый остров, который многие полюбили в конце 10-х годов, 4-5 лет назад туда активно летали самолеты. И сейчас Хайнань это для многих это то, о чем туристы соскучились. Ну и наши авиакомпании сделали 2 рейса в неделю с 3 сентября, которые будут активно, я уверен, заполняться, потому что, во-первых, и безвизовый режим, и прямой рейс. Ну и, конечно, там есть очень много чем заняться, и качество отелей, качество сервиса в Китае все более и более радует нас. А цены? Цены на туры, мы обратили внимание, что начинаются с примерно 75 тысяч рублей на человека за недельный отдых. Ну, уже как-то более-менее. Это достаточно приличные отели, причем 4-5 звезд с завтраком. И экскурсионная программа в Китае совершенно удивительная, потому что это и природные развлечения, и шикарные пляжи. И туроператоры, именно понимая, что нужно отправить вас отдыхать тогда, когда сезон, потому что туристов многих беспокоит, а когда же в этой стране правильно отдыхать. Так вот, как раз сентября и октября начинается в Китае период, когда вы можете отдохнуть качественно, не бояться дождей. Хайнань находится примерно в 8 часах перелета из Екатеринбурга. Прямой рейс отправляет вас, и вы оказываетесь на побережье. Красиво море Хайнань называют Гавайями Азии, потому что они находятся на том же самом широте, что и Гавайи. Поэтому чем можно там заняться? Выглядит невероятно, конечно, выглядит красиво, невероятно, причем и совершенно не похоже на, ну, как на мой взгляд, Китай. Да, больше похоже на какие-нибудь Мальдивы или что-то такое, белый песок, голубая вода. Конечно. И что интересно, то что Китай, Хайнань, это так же, как в Таиланде, там есть несколько разнообразных бухт. Они отличаются друг от друга. Одна бухта более активная, они называются Саньяда, Дунхай. Другие бухты чуть спокойнее, там располагаются, может быть, 1-2 отеля. Там есть и есть бухта, например, которая называется «Бухта чистой воды», очень живописная бухта. Ну и экскурсии, например, это возможность посмотреть диких обезьян, ездить на остров диких обезьян. Это интереснейшая деревня народности Ли и Мяо, это возможность погрузиться в фольклор этого региона. Это парки национальные с мангровыми зарослями, с тропиками, джунглями. Есть парк, который называется «Царянь повернул голову». Там есть горы высотой 1800 метров, куда вы практически забираетесь, пока идете на экскурсии. Ну и, конечно, это возможность подлечиться, потому что китайская медицина традиционно уже несколько тысячелетий на высоте. Вот такие вот мосты есть, которые, конечно, захватывают дух. Поэтому он сказал, что лететь 7 часов. А я помню, я до Таиланда летел, это значит так же, как и до Камбоджи, тоже 7 часов. Но Китай же ближе, вот остров. Мы помним, что до Пекина лететь примерно около 4-5 часов. Но Китай же, он большой. И от самого Пекина до Саньи, до столицы Хайнаня, лететь около 4. Поэтому, потому что это как практически половина нашей России. Но рейсы прямые. Рейсы прямые, и поэтому действует как раз безвизовый режим, потому что если из
из другой стороны прилетают на Хайнань, на этот остров, самолеты, то тогда туристы могут выйти и находиться на этом острове без визы. Это удобно. Потому что, конечно, вопросы с визами туристов немножечко озадачивают, напрягают. Ну, а когда не нужно ничего делать, то это приятно. Это аналог Таиланда и либо, например, Вьетнама. Мы переносимся в немного визовую страну, в Камбоджу. Но там виза минутная. Там виза минутная. Многие из нас были в Камбодже на одной двухдневной экскурсии из Паттайи. Это интереснейшие места, которые, конечно, когда ты приезжаешь туда, понимаешь, что одного-двух дней очень мало. И у нас прямой рейс планируется с конца октября. Прямой рейс, традиционно, который заправкой будет в Казахстане. И мы с вами отправляемся туда отдыхать на 10 дней. Такие туры, если Китай, это 7, 10, 14 дней. В Камбодже это раз в 10 дней. И там тоже будет сезон. Вот мы сейчас находимся, видим знаменитый храм Ангкор-Ват. И многие экскурсии посвящены вот именно удивительной такой храмовой истории и природной истории Камбоджи, потому что там сотни храмов. И вот представьте, что страна размером с нашу Свердловскую область. Чуть-чуть даже меньше, чем наш регион. Но, конечно, культура там просто невообразимая. Когда ты оказываешься там, понимаешь, что ну как-то стране повезло. Но страна живет достаточно тяжело, поэтому вы представляете себя, что вы едете стране помогать, вкладываться в нее. Но она сейчас активно развивается, многих пляжах. А цены выросли? Я думаю, что нет. Все равно Камбоджа – это выгоднее и Таиланда, и Вьетнама, и на уровне, наверное, Индии. Я чувствовал себя там королем. Вот, наш король Камбоджи. Да, спасибо огромное, Дим. Значит, получается, что это отлично, что Ксюша говорит, что мне пора заканчивать, потому что про Камбоджу, значит, нам надо рассказать подробнее в следующем выпуске. Договорились абсолютно, просто мы сейчас потеряем и ведущих, и телезрителей. У нас есть король Камбоджи. Стоят. Все говорят, все, поехали уже в отпуск. Спасибо огромное. Друзья, да, Камбоджа – это туры, которые начинаются примерно от 110 тысяч на человека. И это точно страна, о которой будете рассказывать своим друзьям, потому что многих этого опыта нет. А у вас он будет с октября.